Так, сейчас откроется какой-то мусульманский город. Здесь какие-то мечети. Ну, знаешь, перебираются они сюда тоже. И вот это вот похоже, что что-то тут такое арабско-мусульманский какой-то такой уголочек такой, потому что они как бы так вот строятся. Тут и заправка у них рядом. Вот отель, скорее всего, отель какой-то. Такой красивенький. Да, и заправка там. Ага. Вот, а внизу там жилые, жилой район. Не видно нам немножко, так вот снимать неудобно. Выйти надо из машины.